В утро на уборку берега Урала вышли инспекторы рыбоохраны, рыбаки и жители окрестных аулов. Наводить порядок будут и в русле реки. Фронт работы достаточно обширный, это несколько километров береговой полосы, заваленной буреломом и бытовыми отходами. С помощью катеров вылавливают принесенные течением старые сети. Специалисты констатируют, от того, насколько эффективно пройдет очистка, в немалой степени зависит весенний нерест рыб. Свою лепту в уборку берегов вносят жители 4 населенных пунктов, расположенных вдоль Урала. Акция стартовала 1 мая, продлится до конца месяца. Только за первые 10 дней мы собрали более 3 тонн мусора.